Узнать о действующих мерах поддержки бизнеса, презентовать свою продукцию, услуги, принять участие в переговорах и многом другом смогут нижегородские предприниматели на конференции «Мой бизнес 360», которая пройдет 6 июня в технопарке Саров. Планируется и выставка саровских производителей, планируется масса полезной информации и бизнес-игра, такой мастер-класс по продвижению продукции. Вообще тема конференции – это маркетинг и продвижение. Да, и будем стараться дать максимум полезной информации для того, чтобы предприятия смогли грамотно продвигать свою продукцию. В этом году конференции «Мой бизнес 360» пройдут в 10 муниципалитетах Нижегородской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатором выступает Центр «Мой бизнес» при поддержке Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Цель проекта «Мой бизнес 360» – расширение рынков сбыта региональных предприятий и развитие их деятельности по всем направлениям. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо будет зарегистрироваться на платформе МСП. Это такой полезный сервис для предприятий, где собрана масса полезной информации для бизнеса. Можно онлайн подать заявку на участие, там, на получение мер поддержки, участие в каких-то других мероприятиях. И именно идея того, что мы реализуем, регистрируем на это мероприятие через платформу МСП, она реализуется для того, чтобы наши предприниматели познакомились с этим полезным сервисом и смогли воспользоваться максимально обширными услугами онлайн. Более подробную информацию о конференции можно получить по телефонам 99 263 99 264.